Когда нужно на скорую руку соорудить обед или ужин для всей семьи, на выручку придет эта простая идея, как приготовить быстрые отбивные на сковороде из свинины, рекомендую добавить в копилку. Рецепт хорош тем, что потребуется минимальный набор ингредиентов, мясо, немного специй и масло для жарки. Не нужно никакой панировки, отбивные и без нее получаются очень вкусными. Подавать к столу такое блюдо можно с любимым гарниром, свежими овощами или салатом, а также соусом, например. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Вымойте, обсушите отбивные, посолите и добавьте специи по вкусу. 2. На сковороде в это время разогрейте растительное масло, выложите отбивные. 3. Жарьте на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. 4. Быстрые отбивные на сковороде, это вкусно и просто, пробуйте. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Продукты и их количество, далее. Свиная отбивная, 2 штуки. Растительное масло, 2 столовые ложки. Соли, специи, по вкусу, перец, чеснок, паприка и так далее. Количество порций, 2. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Друзья, до новых встреч!